Пугающая хроника в выходных в социальных сетях Канска. Ярким пламенем горят окраины. Огнем охвачены поля с сухой травой на огромной площади. Клубы дыма можно было наблюдать из любой точки города. Он словно в огненном кольце продержался двое суток. После тяжелых выходных в понедельник Канск проснулся под серым облаком. Им особенно плотно накрыло низины. В дыму оказался весь центр. Люди жалуются, дышать тяжело, окна в квартиру не откроешь. Плохо дышать. Плохо. Я на третьем этаже живу. Ну и окна открываю, и ветром все тащит в квартиру. Конечно, плохо. Пожарные говорят, такая задымленность – совокупность двух факторов – последствия масштабных палов травы и дым от лесных пожаров. В Канском районе их нет, но лес горит у соседей. Три крупных очага всего в паре десятков километров в Иланском районе. Один из них удалось локализовать. Местные говорят, сразу стало легче. Весь поселок был в дыму. Дня два, наверное, прошло, очень сильно горел. С той стороны, потом вот так вот кругом пошел лес, это горел. Мы-то никуда не ходим, но чувствуем, что горит. Продолжает дымить на северо-западе. А в общей сложности на востоке края сейчас действует больше десятка лесных пожаров. Ряд пожаров действует в Дзержинском районе, в Абанском районе. То есть практически повсеместно на территории восточной группы районов происходят в данный момент лесные пожары. 12 действующих пожаров сейчас на территории вот восточной группы районов действующих. А ситуация постоянно в динамике, количество их то уменьшается, то увеличивается. В безветренную погоду, говорят спасатели, возгорание проще контролировать. Но как раз такой штиль и не дает рассеяться дымке. Пока остается терпеть и ждать, когда погода изменится. Анастасия Мосина, Александр Шумилин, Енисей. Новости.